Ульяновские парки активно приводят в порядок к наступающим выходным. Мусор уже убрали, настала пора распрощаться с клещами. В связи с ранним приходом тепла возросло и количество вредных насекомых. По информации Роспотребнадзора, в регионе зафиксировано около 50 случаев присасывания клещей. Поэтому дезинсекторам предстоит обработать парки и общественное пространство. Парки «Владимирский сад» и «Семья» уже готовы к безопасной встрече гостей. На сегодняшний день проходит обработка двух парков. Это именно «Семье» и «Владимирского сада». По площади «Семья» 8 гектаров, «Владимирский сад» тоже 8 гектаров. На время обработки парки закрываются полностью. До того времени, пока не закончится, и примерно еще час после этого мы потом пускаем жир. По санитарным правилам очистку территории проводят два раза в год – перед началом и в конце сезона. На время обработки парки закрывают. Травят насекомых современным сертифицированным средством. Для людей оно безвредно, а вот клещей убивает наповал. Перед проведением обработок обязательно проводится обследование территории для того, чтобы определить заселенность клещами. И после обработки, через 3-5 дней, тоже для контроля эффективности обработки проводится контроль. Специалисты обработают парки, скверы, общественное пространство. По площади это около 900 гектаров. Кирилл Савосин, Герман Баранов, УПРАВДА ТВ.